Весы. Для весов декабрь месяц очень гармоничен. Начало весов, это сентябрьские весы, благоприятствует планета Юпитер. Это успехи на работе, это хорошо пойти на курсы, повышение квалификации. Юпитер – это встречи с бизнесменами, с путешественниками, с философами. Солнце и Меркурий также будут покровительствовать для весов. С 13 декабря Меркурий будет в дружественном знаке для весов, в Стрельце. И хороши переговоры, встречи, контакты, заключение сделок. Также для весов Венера в Скорпионе во втором доме благоприятны покупки красивых вещей, ювелирных украшений. И Марс в шестом доме – это определенные действия на подкрепление своего здоровья. Луна будет благоприятствовать весам 6, 7, 11, 12 декабря, 13, 21, 22, 25 и 26 декабря. Луна будет очень гармонична для всех планет, которые находятся в весах.